площади. Это из-за мокрого газона или все-таки установка тренера? Ну, где-то не то, что установка тренера. Мы сами понимали, что все-таки мокрый газон, надо чаще бить. Поэтому, как бы, да и без ударов голов не бывает. Поэтому старались как можно чаще бить поворотами. А в каких компонентах сегодня крылья все-таки были сильнее Анжи? Ой, я думаю, желание на поле, мне кажется, у нас больше было. Ну и, в принципе, технически, я думаю, и владение с мячом у нас больше было. Я не смотрел статистику, но ну, я уверен, что так было. Но, скорее всего, все-таки, наверное, самое главное – это желание было. Нам необходимо было выиграть. Впереди в чемпионате двухнедельная пауза. Как вы считаете, это пойдет на пользу крыльям или все-таки после победы наоборот? Я думаю, это пойдет на пользу, что ну, отдохнем, ничего страшного не будет. Поэтому, если бы проиграли, может быть, сказали, что там прямо на пользу бы, что это. Ну, выиграли, ничего страшного, отдохнем и все равно с хорошим настроением, наоборот, сейчас на эти выходные уйдем и будем готовиться к Рубину. Поэтому, я думаю, это не повлияет никак вообще на наш тренировочный процесс. Сергей, можно ли сказать, что поймали свою волну, свои удары в Ярославле забили сегодня? Ну, надеюсь, так дальше продолжать, поэтому буду по максимуму использовать свои шансы, которые будут у меня на поле появляться. Поэтому дай бог, чтобы так дальше и продолжалось.